А ты меня любишь? Ага. Говорят, главные герои одной небезызвестной песни. Вокруг них дождик и слякоть, а внутри, в душе, свет и тепло. Интересно, но до сих пор до конца не ясно, кто же является автором этой песни. С одной стороны, есть версия, что она была написана 30 лет назад в Артеке, но с другой стороны, в 2000-х годах некто Алексей Шамуилов из Израиля оформил официально на себя авторство на песню. У многих оно вызывает сомнения, но нам это все не сильно-то важно. Мы просто любим и хотим петь. Поехали! На улице дождик, на улице слякоть, а им все равно. Идут они вместе, один у них зонтик, идут из кино. Маленькая девочка к маленькому мальчику задает вопрос. Что такое небо, что такое солнышко? Что такое любовь? А ты меня любишь? Ага. А ты со мной будешь? Ага. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда. А ты меня любишь? Ага. А шубу мне купишь? Ага. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда.